Руль. И что? Просто это короткая лабуда, я взял селфи-палку, да. Какие самолетики? Самолетики. Да, нет, на самом деле мы прочухали, что в аэропорту Вены есть визитор, да. Не мы, а Саша. Так, окей, Саша. Ну и мы идем посмотреть, что там за визитерс дек, что там за дек, что там за вью. Что там за визитерс? Стэрс. 4 евро. Что делать-то будем? Ну так австрияки молодцы, да. Hello. Австрияки все-таки молодцы. Крутяк. Как и было обещано, каждый день я буду снимать видеоблог о нашей поездке в Нью-Йорк, пока мы застряли в Вене на пару часов. Да. Здесь такая офигенная терраска с видом на самолетики. Через 3 часа мы летим в Лондон, там еще ждем 3 часа, и потом летим в Нью-Йорк. Прибудем туда в 12? 23.10 по местному. 23.10 по местному времени. Ну, короче, еще, еще 5, да. Много часов нам придется ждать. Лететь. Забыл сказать спасибо нашему спонсору. Спонсору видео. Спонсору видео Андрею Романову, который одолжил мне Steady Hand.